Данную кастрюлю я купил в магазине onlinetrade.ru. Кастрюля упакована в негерметичный пакет, поэтому непонятно, кто-нибудь ее до меня трогал, смотрел или нет. На пакете заботливо написано об опасности удушения детей. Вид сверху. Вид сбоку. В комплекте вот такая вот бумажка с надписями. Давайте прочитаем, что там написано. Высококачественная пищевая сталь 18/10. Тройное вштампованное, затем вплавленное дно для равномерного и быстрого приготовления блюд. Элегантные бакелитовые ручки с мягким силиконовым покрытием не нагреваются и не скользят. Отметки литража. Прочное клепочное крепление аксессуаров. Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пара. Экономит энергию и время готовки. Гарантия на сталь 25 лет. Вот то же самое на английском языке. Вот сделано, напоминаю, в Китае. И видно, что здесь данная кастрюля выпускается как минимум в двух различных объемах и в двух различных цветах. Я выбрал вот такой вот симпатичный, такой темно-красненький цвет. И на этом рисунке вы видите вот этот вот состав. На самом деле кастрюля такая увесистая. Вот бывают дешевые, действительно, китайские кастрюли, у которых тонкие-тонкие такая стенки и дно, вот совсем легкие. Здесь она вроде такая увесистая. Давайте ее распаковывать. Надпись на дне. Кастрюля с крышкой 18 сантиметров, 2 литра. Высококачественная нержавеющая сталь гарантирует безупречный внешний вид посуды, практичность и долговечность. Внутренняя сатинированная полировка стали бережет посуду от налета кальция, не окисляется. Ненагревающиеся бакелитовые ручки с мягким силиконовым напылением изысканного оттенка удобные, не скользят. С отметками литража на внутренних стенках посуды вы легко сможете соблюдать пропорции рецептуры. Крышка из термостойкого стекла с отверстием для выпуска пары и ободком из нержавеющей стали для предотвращения сколов. Не подходит для использования в духовке и посудомоечной машине. Подходит для всех видов плит, включая индукцию. Гарантия на сталь 25 лет. Да, вообще это как-то странно, да, что, то есть, получается, я еще согласен с тем, что нельзя запихнуть в духовку, там ручки эти расплавятся, но как-то не мыть ее в посудомоечной машине, что там, что-то с ручками случится или окислится, вот это вот как бы момент, то, что нельзя ее в посудомоечной машине мыть, это меня немножечко напрягает. Давайте смотреть дальше. Надпись на лицевой поверхности. Ваш вклад в здоровье детей. Подари жизнь. Часть средств покупки каждого предмета перечисляется в фонд. Произведено 10 мая 2017 года, а сейчас 20 сентября 2017 года. Так выглядят ручки. Снизу они прикреплены вот такими вот болтами. При необходимости можно подтянуть. Так вот они выглядят сверху. Аккуратно сняли упаковочную бумагу на случай, если нам придется вернуть товар в магазин. Защитная пленка покрывает не всю поверхность кастрюли. Давайте ее снимем. В интернете были жалобы, что крышка болтается, да, в закрытом состоянии. Давайте это проверим. Внутри есть бумажка на русском и на английском языке, с другой стороны, по рекомендациям по уходу за посудой и рекомендации по использованию. Так как они достаточно большие, я их сфотографирую крупно, и вы при необходимости можете их прочитать на паузе.
Вот такая вот ручечка. Меня смутило вот это вот место соединения. Почему нельзя его было сделать цельнометаллическим, сварным, не совсем понятно. Вот о чем я говорю в центре. Эмблема и дырочка для выпуска пара. Действительно, были правы в интернете, крышка имеет некоторый люфт. То есть она может немножко болтаться. Действительно, где-то миллиметров 5, 4-5 миллиметров точно там есть. Точно сложно измерить. Допустим, вы слегка наклоняете кастрюлю, вот крышка передвигается. Вот таким звуком. Боковые стенки матовые, а вот эти вот основания ручек, они из такого блестящего металла. Возможно, со временем на них появятся пальчики, жир, и они окислятся. Вот такими заклепками закреплены ручки с двух сторон. Вид открытой кастрюли сверху. Отметки уровня с шагом в пол-литра. Надпись на одной из боковых сторон между ручками. С другой стороны надписи нет. На дне этикетка бумажная на русском языке. Рекомендуется, конечно же, ее отклеить. Надпись на дне. А вот, кажется, к нам пришла получательница данного подарка. Надеюсь, кастрюля ей понравится. Вид ручек снизу. Но достаточно тяжелая, и кастрюля на боку не стоит. То есть сразу так вот переворачивается. Обратите внимание на сварной шов на крышке. Вот так вот видны пальчики на этой глянцевой поверхности.